17-летняя Анна Булах выступила на отборочном туре вокального конкурса «Новая звезда 2019». Междуреченко исполнила песню «Перышко». Номер школьницы можно было увидеть в эфире одного из федеральных каналов. К слову, выступление оценивали звезды музыкального искусства – певица Зара, Леонид Якубович и Юрий Николаев. Удалось ли покорить столицу – расскажем. На телевизионном всероссийском конкурсе «Новая звезда 2019» 85 участников с разных регионов страны. Кузбасс представила Междуреченко Анна Булах. Девушка занимается пением с детства, учится в хоровой школе. Мама – опытный педагог-хоровик. Отец – руководитель оркестра русских народных инструментов. Родители и натолкнули Анну поучаствовать в конкурсе. Конечно, я была очень сильно рада, но и немножко волновалась, потому что это мой первый такой вот масштабный конкурс в моей жизни, поэтому волнение, конечно же, было. Подготовка к конкурсу – дело непростое. Всегда находишься в напряжении, признается Междуреченко. С нами работали различные хореографы и продюсеры, и музыкальные продюсеры. Поэтому постоянно над нами шла работа, вот нас готовили к судному дню, к съемочному. Песня выбиралась из моего репертуара, то есть я уже исполняла эту песню ранее. Это песня группы «Любэ» и «Мельница», «Перышко». Кстати, песню выбрали организаторы. Конкурсанты отправляли песни заранее. Анна – порядка 10 песен. Камеры преследовали участников и за кулисами «Новой звезды». Волнение, переживания и вот очередь Анны Булах. Спела, вроде получила удовольствие, конечно же, от сцены, выслушала мнение жюри. Так как у меня песня была не совсем обычная, это была фолк-рок, песня в стиле фолк-рок, поэтому к этому Заре показалось, что у меня, допустим, не хватило магии в песню. Но у меня какое-то двоякое все равно мнение по этому поводу. И сказали, что ждут меня на следующий сезон. Конкурс «Новая звезда 2019» завершен. Главный приз – 1 000 000 рублей – забрал представитель Республики Тыва.